Всем привет! Сейчас пришел в Сосмага, забрал заказ. Леска монофильная, суффикс SFX, 0,16 мм, разрывная нагрузка 2,2 килограмма, 100 метров, 4,8 лб. Специально взял ее на карася или на ротана. Пойдет. Потом еще воблер бат. Бат свет стикер. Свет 298. 100 миллиметров. 14 грамм вес от 0 до 2 метров заглубления. Вот такой воблерок. Что-то мне напоминает, похож очень на Рапова. X-Rap. Вроде бы так. Специально взял для твичинга на щучку. Так вот он шумит. Ну такие есть шарики, конечно. Не сильно. Ну как, нормальный, да. Нормально, да, шумит нормально. Крючки острые. К пальцу сразу он как прилипает. Здесь пушок такой. Мушка типа. Можно и поладоги с этим воблерочком. Даже вон на троллинг можно. Вон такая лопата тут нормальная. Всем спасибо за просмотр, до встречи на канале.